Финансовая свобода вашего ребенка к 27 годам – лучшая инвестиция в вашей жизни. Представляем вам мастер-класс для детей «Новый век, новое мышление». Профессионально разработанный курс, проверенный на практике в течение 7 лет от международного бизнес-тренера Саидмурода Давлатова. Всего за 12 дней участники постигают секреты управления временем, формируют мышление победителя, развивают уверенность в собственных силах, предпринимательский дух и учатся составлять бизнес-план. В начале проекта дети делятся на отряды и выполняют по вечерам нестандартные домашние задания под руководством опытных вожатых. Каждое утро начинается с энергичной зарядки, во время которой ребята делают оздоровительную гимнастику и купаются в кристально чистом озере, получая живительный заряд бодрости и позитива на целый день. Особое внимание уделяется формированию творческого мышления. Здесь не существует никаких ограничений и всячески приветствуется безграничный полет фантазии. Уроки изобразительного искусства позволяют воплотить в жизнь не только оригинальные идеи и фантастические задумки, но и обучают детей правильно формулировать свои желания и мечты. Важнейшее и увлекательнейшее событие всего мастер-класса – выездной тренинг преодоления страхов, проводимый высоко в горах. Участникам предоставляется великолепная возможность насладиться незабываемыми пейзажами и узнать много новой для себя информации. Ребята оттачивают мастерство продаж, находясь при этом в необычных для себя условиях, что без сомнений повышает эффективность занятия и оставляет яркий отпечаток в памяти на долгие годы. В результате те страхи, которые совсем недавно казались непреодолимыми, теперь вспоминаются с ироничной улыбкой. Активно проводятся вечера самодеятельности, где дети демонстрируют свои таланты. Я научился правильно тратить свое время. Как правильно распределять свои деньги. Я научился тут быть самостоятельным и быть организованным. Как воспитать в себе характер, управлять деньгами и построить себе денежный поток. Как копить капитал. Дела делятся на важные и неважные, срочные и несрочные. Нужно заниматься важными делами, быстро делать сочные и не заниматься несочными и неважными. А как строить график жизни, качество нашей жизни? Как продавать? С этого дня я уже понял, что мои покатушки в компьютерные игры – это уже бесполезно. Если ты будешь среди бедных людей, которые ничего не добились, которые играют в разные компьютерные игры, ты будешь таким же человеком. А если ты будешь развиваться с теми же людьми, которые хотят того же, что и ты, безусловно, добьешься всего в этой жизни. Хотите, чтобы ваш ребенок тоже окунулся в правильную атмосферу предпринимательства? Тогда действуйте! Мастер-класс для детей «Новый век, новое мышление». Успейте приобрести билеты по самой выгодной цене.